И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами опять Олег Алов-Гудвин. Я великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. Вот мы сейчас находимся в этом зале, откуда идет трансляция, в принципе, на весь мир через интернет. Смотрят и в США, и, ну, подробно не буду говорить, в общем, во всех странах, и даже в Арабских Эмиратах. Пишут много постоянно, вот у меня работа отвечает на всякие эти вопросы во всех социальных сетях. Мы называемся везде Академией телесно-ориентированных практик. Где-то вот тут написано, вот. Сокращение это Альфа-ТОП, Академия телесно-ориентированных практик. Сейчас у нас идет тренинг по мануальной терапии, это мы будем править кости. Ну а вообще в этой академии там насчитывается около 40 видов массажей и вообще всех остальных практик, которые преподаю, естественно, не все я, преподают разные люди, разные приезжают тренеры к нам. Это по работе с телом, все, что касается там от танцев, от банного парения, обертывания до работы с другими нашими телами, астральным, казуальным, ментальным. То есть там и развитие памяти, мозга, энергетики, сексуальности, тантра, мантра и все прочее. И сейчас я вам хочу представить специалиста, специально Динара, к нам приехала из Афин, из Греции. Сейчас скоро у нас будет проходить еще один тренинг. Добрый день, Динара. Здравствуйте. Представляю вас. Да, можете сами это сказать на камеру. Обучаться будем хиджаме. Она в этом плане профессионал, 20-летний стаж работы, да? 47-летний стаж работы. Я в четвертом поколении практикую хиджаму. Так как мой прапрадед практиковал, мой прадед, моя тетя, мой дедушка, да? И я из 13 внуков. Передается по наследству. Да. Расскажу вам о интересной технике хиджама. Это панацея от многих заболеваний и также профилактика рака первой стадии. Интересная практика. Там очень много, да, от чего она помогает. В общем-то, если проходить целый курс, то омолаживается организм, да? Омолаживается, ощелачивается организм, ощелачивается кровь, более интенсивное поступление кислорода, то есть с кровью. Человек на самом деле как заново рождается. Ну да, да, очищается кровь, и человек омолаживается. Ну и там заболевания все перечислить я, наверное, не смогу, там и от сахарного диабета. Очень много, помогает, да, и очень много заболеваний. Сахарный диабет двух степеней, один инсулинозависимый, другой не инсулинозависимый. То есть такие глобальные, такие трудные болезни, глубокие болезни, да. То есть лечит хиджама. Ну там и по женским проблемам, и по мужским проблемам тоже помогает, да? Весь организм лечит, даже опорно-двигательный аппарат. Что касается опорно-двигательного аппарата. Даже. Это, даже, да, это для меня, да, удивительно. Ну, в принципе, расскажите, кому это будет полезно изучить и как это применяется? Ну, коротко так. Вы знаете, полезно будет изучить всем. Я людям, которые на самом деле хотят лечить людей, которые могут... Ну, имеют чистую душу, полезно будет всем, потому что у моих... И уже занимаются интересными практиками, да, там, массажами. Конечно, да. Это, ну да, люди, которые на самом деле являются специалистами в области тела. В общем, это дополнительно для вас практика, за которую можно получить и новых клиентов, и продлевать ваши услуги, и дополнительно зарабатывать, да? Вы будете магом. Да. Магом. Люди будут вас благодарить. Благодарить. У вас, насколько знаю, нет отбоя от благодарных клиентов, да? Нет. Вот вы, да, смотрели мои соцсети. Смотрел. Да. У меня занимает, мальчики приходят со спецназа, я работаю с военными, военный морской флот, спецназ, Греции. Ну, люди все очень серьезные, молодые, здоровые, все просят: Дина, сделай нам хиджаму. Даже вот, научила. Клиенты есть всегда, да? Всегда. Если они об этом узнают. Ну, а коротко поясните, в чем заключается процедура? В чем заключается процедура? Ну, название хиджама просто не всем знакомо. Хиджама — это по-арабски хаджам называется. Аль-хаджам — всасывание. Ну, хиджама практиковалась, и хиджама – это выведение вирусов, бактерий, мертвых лейкоцитов
склеивающихся эритроцитов. И этим самым мы ощелачиваем кровь и выводим все бактерии. Из подкожного капилляра. Да, из капилляров, конечно, из подкожного. То есть это не глубокие надрезы делаются, да, ставится банка вакуумная, она дополнительно высасывает. Да, никакой связи с донорским вмешательством здесь нет. Потому что донорское вмешательство — это когда из вены кровь выводится. Не кровь забирается, да, венозная. Так, ну давайте, смотрите, у нас будут по этому поводу онлайн-тренинги, во-первых, да, так что вы не теряйтесь, записывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить нужную информацию. А еще вы пока в Москве проведете это вживую, офлайн, да? Да, конечно. Это будет, наверное, один или два дня, да? Да. В общем, скоро он будет, поэтому, ну, скорее всего, 24 августа 2019 года, поэтому не теряйтесь, и мы вас там будем ждать. И вы ждите, ищите информацию, когда мы это все начнем и где будем проводить. Ну все, я вас благодарю. Я тоже, Олег. Динара, спасибо. Спасибо. Ну а мы приступим к нашему тренингу. Так что, если вы нас только смотрите, то зря вы это делаете. Приходите сюда и познавайте все на практике. Мы вам навыки внедрим прямо в ваши руки. С вами был Олег Лагудин.